Ну, с Богом. О, опасненько. Ма, роди меня обратно. О, часики работать, хорошо. Надо плана придерживаться, плана. Чучело стоит, все чудесно. Надо еще раз свериться с моим планом. Значит, чучело — это маленький ребенок. Ворон его видит, бежит к нему, хватает его, и я его фоткаю. И все чудесно. Все, план гениален. А вот с вилами я, конечно, чуть не лоханулся. Мог бы и еще пару отверстий себе в жопе сделать. Ну, слава богу, не сделал. Фотик надо достать. Фотик там наверху застрял, черт, подерезич. Так, давай будем думать, как нам достать фотик. Дверь заперта. В обход надо идти. Может, здесь... О, ключ. Ключ висит. Кто ж в сарае ключ-то оставляет? Но мы воспользуемся. А почему я ключ держу как ручку? Походу, у меня проблемы с пальцами. Я здесь оставлю сообщение, что я взял ключ. Вот, все. А кто я? Меня ж никто не знает. Ладно, продолжаем. Надо выбираться отсюда. За фотиком и выбираемся. О, ключ повис. Или это я завис? Ладно, все не важно. Главное — фотик. А то какой я журналист без фотика? Наверх. Опа. Смотри, сколько тут коробок. Лампы, коробки. Досье как будто на кого-то. Окно в сарай. Минуточку. Так. Один раз я прищемил себе уже палец такой. Створкой. Фотик, иди ко мне. Замечательно. Ну-ка, давай проверим, работаешь ты или нет. Ну, все, ворон. Тебе кранты. Я тебя зафоткаю. Блин. Идиота, кусок. Фотик. Я кого-то слышал. Воронище, а? Хотел стареть мое чучело, да сейчас разбежался. Есть улики. Красавчик какой получился. Ну что, воронище, обосрался и сбежал, да? Мать моя женщина! Извини, пернатый! Сработало, что ли? Убежал. Так опять руки вообще не держит. Отстань, черный пернатый! Сейчас перенесу, я забыл, надо кофейку погнать. Парашка какая-то. Вороний ручей. О, кажется, приехали. Ну да, мне сюда. Это вообще город, что за джунгли? Тут не проехать, не встать нигде, блин. Дороги, как в России. Добро пожаловать, Вороний ручей. Чё-то как-то недоброшеньки. Я журналист, я аферист. Найду я всех детей. Здравствуйте, мистер... Как их там? А что они тут делают? Странно как-то. Ты чё там в кустах, что ли, отливал? Зачем так выскакивать? Понаехали, блин. Журналистам работать мешает. Я журналист, не аферист, найду детишек. Ну и страшный же этот город. Прям глаза выпадают. Кривые, косые, облезлые дома. Сумерки. Или что там было написано, непонятно. Это что, отель что ли? А где двери? И двери. Все заколочено. Закрыто. Я точно туда приехал? У меня пропал...
Чина. Пропало трое детей. Эй, шеф, мы тут кое-что на заднем дворе нашли. Можешь подойти глянуть? Тут капец. Я в шоке. Опачки, кажется, копы кое-что нашли в том доме. Надо туда сходить. О, побежал. О, дыхалки нет совсем. Вот это у них мигалка. Внутри дома копы. Но это вообще фигня. Мы и так все это знали. Провожу детективно-журналистское расследование. Нужно выяснить, есть ли кто дома. Тихонечко. Двери закроем. Конечно же, за собой мы культурные люди. О, похоже, кроме копов здесь никого нет. И он жрет хозяйские пончики. Здравствуйте, офицер. Это мой пончик был. Ты что тут делаешь, журналюга, в этом доме расследования? Ну, пошел вон. Ну да, как старый добрый. Ладно, попытаюсь свою счастье еще разок. Ой, я, пожалуй, пойду. Точно, я забыл, я выключить утюг забыл, офицер. Спокойно. Без паники. Надо придумать обходной план. Здесь облезем, тут пройдем. Черт, меня опять спалили, да что ж ты будешь делать-то? Совсем растерял журналистские навыки. Есть такое слово – выдержка. Я выжду тебя, офицер. Да, выжду, именно выжду. Все, он ушел на кухню, жарить свои пончики. Я тихонечко захожу и прокрадываюсь. Я выждал нужный момент. Наверное. Смотри на его попец, у него ключ висит. Ага. Фу, воняет. Пойду-ка я отсюда. Дверка. А чего у нас тут? О, кровать. Какая роскошная квартира. Интересно, чья же она? Какой у меня дедуктивный метод. Залезть в квартиру, не зная, чья она. И не зная, что за расследование здесь проходит. Ага. В этой квартире тоже кто-то расследовал пропажу детей. Тут двери так скрипят. Неужели офицер меня еще не услышал? Второй ярус есть. Заперто. Кухня. Окна не открываются. Отходного пути нет. О, можем принять душ. Сходить в туалет. Но сейчас это не главное. Главное выяснить, что здесь происходит. Почему по рации сказали, что нужно заглянуть на задний дворик? Дырки в стенах, офигеть. Можно подглядывать за офицером. Балдежно. В ванную комнату тоже дырки есть. Добрый вечер и до свидания, офицер. У меня там кастрюля кипит, я побежал срочно домой. Очень нужно. Навык придумывания всяких отмазок у меня еще не пропал. Интересно, это хорошая идея была спрятаться в вонючий шкаф? Боже мой, что здесь хранили? Я сейчас задохнусь. Офицер, ну ладно вам, ну чё вы? Пошел вон, я тебе сказал, ты меня уже достал. Да? Ну, может я у вас все-таки ключик могу стырить, а? Это мой ключик, не смотри на него. Я с ним пришел, понял? Дуй домой и жри свои пончики. Что в голове у этого офицера закрывать на замок свою машину? У него здесь пончик есть. Надо его взять и прикормить офицера. А это что-то... О-хо-хо, как громко, да! Минуточку, это отвлекающий маневр, что ли? Ай да, гений, коп выбежал, а я захожу. Сейчас посмотрим, что он тут делал. Что ж ты делал? Что ты расследовал? Перчаточки какие-то, ящички? Здесь ничего нету. Что он тут ходил, смотрел, искал? Или охранял? Может быть, охранял? А вот эта дверь... Ух ты, она тяжелая какая-то. Попробую... Это подвал? Черт, кажется, сзади офицер. Я чувствую его дыхание. Надо бежать. Ух, чуть не был пойман. Ай да, журналюга. Подожди, это что, игровая комната, что ли, в подвале? Офицер, не переживайте, я скоро выйду. 1:24. Костюм ворона? Неужели это дом ворона? А здесь он прятал детишек. А? Фух, я думал, офицер спустился. Лом, нам пригоди... Ну на черта мне эта доска. Я хотел лом взять. Доска отстанет меня. Да здравствует лом, ломатель древесины.
Теперь мне все двери открыты. Ладно, пойдем. Посмотрим, что там на заднем дворе. О чем так ужасающе по рации говорил коп? Серьезно, могила? Этот изверг закапывал детей на заднем дворе? Ну что ж, с одной пропавшей мы разобрались. Девочку нашли.